Добрый день! Сегодня речь пойдет о вертикальном транспортере. Такой шнековый погрузчик применяют для подъема сыпучего материала на высоту 3-6 метров в сельском хозяйстве, строительной, пищевой и химической промышленности. Он имеет ряд особенностей. Хорош в условиях ограниченного пространства, поскольку занимает мало места благодаря вертикальному расположению. Его стоимость на 20-30% ниже, так как при его производстве идет меньше материала для решения той же задачи. А также требуется более редкое обслуживание, поскольку имеет меньше узлов и компонентов в сравнении с ковшовыми элеваторами. Чего он не может, так это поднимать липкие и абразивные вещества из-за особенностей конструкции. Зернометатель состоит из одной или двух частей, что зависит от высоты загрузки. Материалы загружают в металлический бункер объемом 40 литров. Вертикальный погрузчик зерна, произведенный компанией ВС Украина, по желанию заказчика может иметь любые заданные параметры. В стандартной комплектации они составляют длина трубы от 2 до 8 метров, ее толщина 3-4 мм, шаг спирали 60-95 мм, толщина лопасти шнека от 2 до 6 мм. Сечение трубы может варьироваться и составлять 108, 133, 159 мм. На шнековый конвейер вертикальный устанавливают двигатель от 1,5 до 5,5 кВт. Производительность может составлять 12 тонн в час. Ознакомиться с ассортиментом можно на официальных сайтах. Ссылки на них продублированы в описании под этим видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы им будем рады. Пока-пока!